Здравствуйте, Арсений Селезнев, зверобой. Вот этот жар, вот этот попрыгунчик. И как выглядит сперма петухов? Два следа. Обычно это остается утром. И только у петухов. Так что, если такое заметите, не волнуйтесь, все нормально. Молодые петушки, значит, скоро будут включаться в работу. Да, красавцы? Так стали как раз для видео. Подписывайтесь на канал Арсений Селезнев, зверобой. Смотрите обновления. Пока!